Сегодня группа «Радость» после занятия физкультурой отправляется на прогулку, не забыв с собой мелки. Теперь у них есть новые дорожки, на которых они могут воплотить все свои художественные фантазии. Ребятам по 5 лет, и рисование их самое любимое занятие. Тематика, конечно же, морская. Во время очередного обхода курорта в середине июля первый заместитель главы Сергей Петров обратил внимание на то, что отмостка вокруг детского сада требует ремонта. От асфальтированного покрытия решили отказаться. Бетон более надежен и прослужит дольше. Все работы успели закончить до начала учебного года. Объем составил порядка 300 метров квадратных. Также было уложено лотки водоперепускные порядка 200 метров. Причем было принято решение расширить отмостку до размеров тротуара. Получилась и надежная защита для фундамента, и удобная дорожка для малышей. Коллектив детского сада номер 5 «Волна» благодарит администрацию в лице главы Юрия Федоровича Полякова за помощь в благоустройстве территории и главную строительную компанию за реализацию этого проекта. Сейчас в Анапе администрация курорта реализует несколько приоритетных проектов. Расширяются дороги, появляются новые развязки, восстанавливаются зеленые зоны и разбиваются новые парки и скверы, строятся социальные объекты. Ответственный бизнес тоже не остается в стороне. Предприниматели, которые пришли всерьез и надолго, активно включаются в совместную работу. Мы всегда с пониманием и с должным вниманием относимся к просьбам, которые возникают у нас по социальной части работы. Глава города попросил обратить внимание на этот садик, который является одним из старожилов нашего города. И здесь была проблема в том, что маленькие наши жители города-курорта ходили на свои занятия и сталкивались с проблемой того, что было некачественное покрытие. Губернатор Кубани на недавнем совещании поставил задачу. Строительные компании должны обеспечивать свои жилые комплексы необходимой социальной инфраструктуры, школами и детскими садами. Сегодня эта ситуация на личном контроле главы Анапы. Ника Постенос, Михаил Григорьев, Анапа регион.